Уважаемые друзья, сегодня у меня настоящий клад. Отец мне отдал свои старые сигареты. Он 36 лет назад бросил курить и дал коробочку вот такую чудесную с сигаретами, которую он сохранил как память о вредной привычке. Ну, все сигаретки, которые здесь представлены, они относятся к 80-90-м годам СССР. Все советские монеты. Давайте на них повнимательнее посмотрим. Тут целая коллекция. Очень интересно, что же курили в советское время. Ну, во-первых, мы с многими союзными республиками дружили. Вот, допустим, Югославия экстра. Это сигареты, которые мы возили из Югославии. Вот, Made in Югославия. Югославия, это 80-е, 90-е годы. Такая вот пачка сигарет. Так. Это тоже у нас югославские сигареты, радомские. Радомские сигаретки. Так, что ж тут на них написано-то? Про курение ничего не написано. Вредно, не вредно. Ну, просто вот такие сигареты радомские. Джевел 72. Qualitas Cigaretten. Ну, я долго думал, что это такое, потом посмотрел в интернете, оказывается, это ГДР, Германская Демократическая Республика. Тоже возила нам сигареты. Так. Болгария, Опал. Опал фильтр. Болгариан. Где тут написано? Болгарские сигареты. А вот, курение вредит вашему здоровью. Хотя бы это написано. В общем, вот. Болгар табак. Болгарские сигареты. Так. Ну, поехали наши уже, наверное, сигареты. Хотя это, наверное, не наши. Феникс. Где же произведено-то? Феникс. Курение вредит вашему здоровью. 20 сигар из фильтр. Может, Украина? Это не знаю даже, что это такое за сигареты. Ну, вот известный Беломор-канал. 25 копеек. Табачная фабрика Армавир. ГОСТ 81 года. Что написано? Минздрав СССР предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Беломор канал. 25 копеек. Сигареты вообще от 20 до 70 копеек примерно стоили. Вот, сигареты Луч. Армавирская табачная фабрика. 30 копеек, по-моему, они стоили. Так, 30 копеек примерно стоили. Вот еще луч. Написана надпись. Курение значительно сокращает жизнь человека. Сигареты овальные. РСФСР, Армавирская фабрика. 30 копеек. Так, Рейс. Краснодар, Краснодарская фабрика, Рейс. 30 копеек. Минздрав СССР предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Вот такие все сигареты. Второй сорт, был четвертый, второй, первый класс и так далее. Разные классы. Бам. Ну, это наши сигареты, уже не зарубежные. Минздрав СССР предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Что-то еще написано. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСФСР Краснодарская. Табачная фабрика Краснодарская. Бам. Так, вот еще Уруб. Та же надпись. Цена зато есть. 50 копеек. Пожалуйста. А, 60 копеек. 60.
плохо видно камеру. 60 копеек. Уруб. Сигареты с фильтром Уруб. Так, армавирская фабрика. Вот это не называл еще. Родопия. Родопия — это, я так понимаю, Болгария. Болгар табак. Вот такая интересная коллекция советских сигарет 80-х-90-х годов. И вот, мне кажется, вот это вот сигареты, которые шли на экспорт. Потому что вот надписи есть на английском языке. Offered by Аэрофлот. То есть Ту-134. Курение вредит вашему здоровью. Аэрофлот. Вот. Ну да, наверное, на экспорт шли такие сигареты. Скорее всего. Вот Космос, красиво сделанная пачка. Космос, сигареты с фильтром Космос. Кстати, подороже. Минздрав СССР предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. И цена уже класс первый. Видите, разные классы были. Первый, второй, третий, четвертый. 70 копеек. ГОСТ 81 года. Все было сделано по ГОСТу. Поэтому подделка была практически невозможна в советском строе, потому что за это карали жестко и нещадно. Говорят, сейчас очень много подделок, но вот класс второй, цена 60 копеек. Второй, третий, четвертый класс, тоже краснодарская фабрика, это столичные. Ну и так далее, вот там целая коробочка этих сигареток. Вот, ну хочу сказать, что курение, естественно, опасно для вашего здоровья, вредно. И вредит курению, я так понимаю, не только никотин, но еще и смолы вредные. А коллекция вот чудесная. В принципе, коллекционировать можно что угодно. Вот, в частности, здесь небольшая коллекция таких советских сигарет, полных, запечатанных. Вот что я хотел вам показать. Вот такое наследие прошлого. Интересное. Всего хорошего. С вами был Дмитрий из компании «Русская монета».